Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, Серега. Как вы знаете, я выбил себе золотой Mauser Card 98K. Также я качнул на него максимальный, по моему мнению, уровень для того, чтобы вкачать на него самые лучшие золотые моды. Вы можете заметить, что у меня есть 7000 шестеренок, их было очень сложно копить, и надеюсь, то, что как на касту 3 я не потрачу, и вот примерно плюс-минус такую же сумму шестеренок я потрачу на то, чтобы собрать идеальное количество золотых модов для данного доната. Как видите, я не стал прокачивать до последнего уровня, потому что я считаю, то, что эти моды в принципе не нужны, и из вот этих вот первоначальных модов получится что-то более интересное собрать для этой снайперской винтовки. Дорогие друзья, не забывайте поддерживать такие видосы по максимуму лайком, потому что на них тратится очень много времени, очень много денег. И чем больше будет лайков, тем быстрее мы приступим к прокачке нового оружия до золотых модификаций. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, напишите также обязательно свое мнение в комментариях. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и топовое снаряжение Армагеддон. Все очень просто. Если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Ну чё, давайте начинаем кликать, и мои шестеренки начинают исчезать. Так, я надеюсь, честно, очень сильно хочется, чтобы все это дело мне выпадало очень быстро, потому что в дальнейшем я также хочу множество пушек поднять золотыми модами, и сами понимаете, чтобы по 3 золотых мода установить, это еще одно дело, а вы именно золотые моды, которые тебе нужны будут, которые поднимут твою пушку реально до какого-то уровня, это уже, сука, посложнее. Ну ладно, с Маузером это не настолько сильно сложно, как у меня с АКСом будет, потому что с АКСом там нужно будет, во-первых, до 100 уровня качать, и во-вторых, там есть вот реально интересные моды, но, как говорят, они выпадают очень и очень плохо. Но, как видите, что-то золотого мода нам до сих пор никакого не выпало. И, я так понимаю, сегодня мы... Че, мы все 7000 деталей потратим? Не, ладно, одно дело, если мы их потратим, выбьем то, что нужно. А другое дело, если мы их потратим и не выбьем то, что нужно. Но вроде бы... Так, это что у нас? Плюс 20 урон? Блин, чуваки, это не то, что я, конечно, хотел. Но давайте подтвердим, пока в любом случае не будем скипать никакие моды. В любом случае, чтобы нам не выпадали такие же моды дубликатами, пока просто установим, и потом, когда уже 3 золотых мода случайных установим, будем смотреть, какой мод будем потихонечку заменять. И, кстати, если 3 золотых мода будет установлено, мы будем выбивать какой-то другой мод, то шансов выбить какой-то именно другой золотой мод, который нам именно нужен, будет побольше. То есть то же самое у меня не открытые, те золотые моды, которые открываются на других уровнях, это хорошо, потому что они все равно мне не нужны были, и я просто бы тратил ресурс на то, что я бы просто, они мне выпадали, я бы их скипал. Если бы их можно было сохранять, допустим, да, он мне выпал, вообще замечательно, без проблем, но он бы сохранился, я от своих предпочтений когда-то бы ставил, когда-то не ставил, это было бы хорошо, потому что АК-103 в прошлый раз я качал, замечательно качнул ему скорость движения боком, подумал, ну, в принципе, вроде бы быстро ходит, а на следующей обнове движение боком пофиксили, и теперь мой мод, ну, считайте, почти ничего не меняет, там, чуток вот прям боком быстрее двигаешься, и преимущество уже такого не дает, и поэтому АК-103 тоже, по факту, нужно вот тот мод, наверное, перекачать на что-то другое, потому что, ну, что-то, честно, вообще пахнет каким-то... Ну, вот это вообще бред. Плюс 20 боезапас, ты что, издеваешься? Блин, такие моды зачем вообще-то, блядь? Ладно, я его установлю, чтобы просто он случайно мне еще раз не упал. О! Точность в прицеле, скорость... Не-не-не, подожди, ну это вообще дерьмо. Какой точность в прицеле? А нет, все правильно, да, мне нужен был мод на точность. И вот он, мне вот этот просто мод еще нужно будет выбить, который дает мне плюс 20 скорость прицеления, но минус 5 точно. Это, сука, то, что надо, поэтому мы давайте вот этот мод будем переделать. Сейчас мне золотой мод должен выпасть, именно который больше всего мне нужен, потому что 3 мода установлены, и получается, они мне не будут уже выпадать повторно, поэтому давай, Warface. Ну повезло, кстати, очень быстро.
быстро выпал, но уже почти 2000 шестеренок мы потратили. А вы бы знали, насколько сложно эти шестеренки, в принципе, копить. Сейчас есть единственный лайфхак, который минимально твои бабки затрагивает, но все равно ты тратишь, естественно, дохрена бабок. Это вот новым событием пофармить эти шестеренки. Там тоже потратишь, может, 1030 кредитов, чтобы получить такое количество шестеренок, как вы понимаете. Поэтому я не знаю. Нужно будет, наверное, хоть я это событие и прошел уже, но еще открывать и еще тратить на него кредиты. Скорость движения боком. Так, знаете, это лучше, чем плюс 20 боезапас, поэтому я его подтвержу на всякий случай. Но нам нужно кое-что другое. И вы знаете, чуваки, что нам надо? Это просто жесть. Мне интересно, что из этой снайперской винтовки может получиться, если мы сделаем вот так. То есть она быстрее будет прицеливаться, у нее лучший урон, так что... Сейчас, чуваки, все заценим, все посмотрим, потому что Маузер, она и так неплохая снайперская винтовка, даже очень хорошая, она приятно играется, не знаю, как-то прицел у нее приятно фликается. И если вот модами золотыми еще ее вкачать, ну прям что-то может получиться нереально. Как видите, точность прицеля у нас вообще бомбовая, она прям вроде вылезла за рамки дозволенного, но это в принципе нормально. Сейчас нам надо выбить мод, нам как раз, наверное, будет минус точность, и точность у нас будет какая-нибудь стандартная. Но зато будет у нас более дикий фазум, более дикий темп стрельбы. Вот, мод на темп стрельбы, что ли, нам еще нужен. Ну, ладно, я уже забыл, что нам надо, поэтому ладно. Давайте просто выбивать. И когда именно выпает мод, тогда уже будет хорошо. Ну, блин, давай, давай, ну выпадай, сука, ну по удаче. По удаче мне вот третий мод выпал, реально просто взял, открыл, сразу выпал. А вот сейчас что-то, сука, хочет, чтобы я прям максимально бабок сливал. Давай, 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 деточка, давай, сука, хочу золотой мод на Маузер. Я, конечно, не знаю, получится ли прямо в полном варианте это все протестировать, потому что я запущусь на мясорубку. Все же, больше всего ты поймешь, насколько это пуха имба, именно не на пабликах, потому что на пабликах обычно люди сейчас штурмовиком бегают, новой снаряги, там тупо всех не ваншотить будешь. Мне кажется, даже с такими показателями нереальными, нужно будет на рэмчик какой-нибудь запускаться, ну ладно. В любом случае узнаем, в любом случае я думаю, то, что самую именно лучшую снайперскую винтовку в игре сегодня мне получится сделать, ну, я точнее надеюсь, потому что пока золотые моды быстро выпали, просто не самые имбовые. Да, в принципе, прикольные, в принципе, пойдет, уже пуха стала намного лучше, уже моды установлены, это хорошо. Так, сейчас золотой мод выпает, уже вон, смотрите, 10% боезапас, да нет, 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 зачем? Я не хотел заменить этот мод, сука, что за бред, Я же просто вышел из этой иконки, мне нужно было отменить его, я не хотел заменять мод, сука. Вот это ладно, ну ладно, я все равно, что мод на скорость движения боком, что мод на боезапас мне нахер не нужен был. Ну, конечно, мод на движение боком получше, чем 20 боезапас. Блин, кто этот мод вообще придумал, нахера нужен мод на 20 боезапаса? Я понимаю, что это емкость магазина, у меня сейчас было бы 26 патронов, тогда базару нет, это имба. Ну нахер мне мод на боезапас, причем, смотрите, он еще минус 1%, а скорость передвижения мне режет. Зачем? Если такой мод вводить, то можно было ввести, например, побольше боезапас, потому что 20 боезапас, ну типа, это что, это же смешно должно быть или как? И, ну, вообще, как бы, по приколу было бы, чтобы этот мод вообще ничего не резал, потому что этот мод вообще вряд ли кто-то будет юзать. Особенно в золотом сетапе, может быть, обычно, если просто так выпадет кому-то, в принципе, установить, чтобы просто он стоял. В принципе, можно будет, но это вообще трэш. Нам сейчас точно нужно что-то другое выбивать. Но, блин, ну почему одинаковые моды выпадают? Ну, не понимаю. Ну, вот есть, понимаете, какие-то моды, на которые шансы очень маленькие. Это, сука, вообще неприятно. Потому что они выпадают, но вот, чтобы именно собрать сборку нереальной, им бы нужно потратить... О! Да. Плюс 20 скорость прицеливания. И вот, что у нас получается. Единственное, что у нас сейчас минуснулось, это только точность от бедра. Вообще идеально нам вот этот мод заменить на плюс 6 темпа стрельбы. Потому что, сами понимаете, темп стрельбы будет реально уже не 49, а ну плюс-минус 53-54. Не знаю, что из этого, конечно, лучше, урон, либо же точность. Но давайте, 2700 деталей у нас осталось. Давайте покрутим, если выпадет мод на темп стрельбы золотой, то, в принципе, поставим лучше, наверное, его. Я просто не знаю, 20 урона, это как бы не множитель. Может быть, ничего и не изменится. Она вроде бы и так ваншотит. С глушителем она, конечно, не ваншотит, но... Я вот просто не знаю, блин, вот стоит или не стоит, блин. Просто темп стрельбы, мне кажется, покруче будет. В данных реалиях 20 урона, это 20... Вот плюс 20% по множителям, если бы это было бы. Тогда вообще без проблем. Тогда бы в руки, в ноги, даже, может быть, новую снарягу бы ваншотили в руки. Как читак спешл это делал. Хрен знает, баг это или не баг. А вот именно урон, ну, блин, на эти показатели лучше вообще, чуваки, не смотреть. Потому что я очень сомневаюсь, что...
это мне даст конкретный ваншот. То есть есть пухи. Опять боезапас, спасибо. Так, уверен, да, я уверен, что я хочу убрать этот мод. Не заменить, а убрать, да, Warface. Я именно уверен, спасибо, что переспросил. Блин, ну, походу, чуваки, нам придется еще 1030 кредитов какой-нибудь видосе тратить снова на это событие, чтобы накопить шестеренки, потому что я думал то, что АК-3 нам быстро выпал, там потом 2-3 тысячи мод, деталей потратили, и нам выпали все моды, которые нам нужны были, но, как видите, на донат это посложнее, сука. Я, конечно, мог бы сейчас остановиться, в принципе, такой сетап оставить, как бы 49, темп стрельбы, это, ну, вроде бы нормалек, но хотелось бы, конечно, что-то побыстрее, потому что 53 темпа, это будет уже имба, а точность у меня, как видите, вообще нереально завысилась, поэтому, хотя, он тоже точность минусует этот урон. В общем, ребята, давайте, на мужика просто, вы ставите царские лайки, и я просто рву свою жопу, чтобы копить эти детали просто по максимуму и показывать вам, какие пухи максимально можно на все это дело прокачать. Ну давай же, детка, ну не разочаруй меня, давай, можно, вот почему нельзя, вот я думал выйти можно, знаете, я как хотел сделать, я думал можно выйти, допустим, моды новые не создавать, у меня будет мод один установлен, а другой тут висеть, и, ну как бы я сам решу установить ее, либо пусть тут висеть, отменить его нет. Я подумал, что можно так хитро сделать, можно было, в принципе, так. Так сделать, да, но, как видите, не позволяет нам игра так сделать. Ну же, Warface-ик, ну алло, ну выпадай мне. Сейчас опять, сука, боезапас выпадет. Главное, чтобы у меня сейчас деталь не закончилась. Я случайно не принял мод на какой-нибудь боезапас, потому что, ну, сами понимаешь, это немного смешно будет. Но в любом случае, сейчас у нас пушка прокачана по макс. Точность бедра немножко меньше, но это вообще херня полная. Вы просто посмотрите, насколько у нас все прокачано. То есть и урон, и темп там. Это именно только вот по показателям характеристик все прокачано. А именно смотреть на то, как пуха еще по скрытым носителям сейчас прокачана, просто жесть. Она сейчас прицелиться должна очень быстро. Плюс еще снарягу, если новую ведут когда с ПТС, которая тоже позволяет еще быстрее прицеливаться. Может быть, ребята, с этой снайперки получится у меня что-то типа оружия из Counter-Strike. Так, уже 2,7%, 4,7, 6,8. Сейчас выпадет какой-то золотой мод по фикс-прайсу. Ну, ну. Скорость перезарядки. Блять. Не, это, кстати, конечно, то, это неплохой, кстати, мод, потому что патрон, он довольно неприятно дозаряжает, но я так понимаю то, что все. 700 деталей, это уже мало, и, скорее всего, с этого я не смогу выбить себе золотой мод, я так понимаю. Ну, хотя бы разный мод, хотя бы не боезапас. Ну, этот мод тоже имеет место быть, но я думаю, урон получше будет. Как бы у меня точности хватает, потому что вот этот патрон он иногда по одному доставляет, ну, довольно медленно, честно, доставляет, и... Я вот, правда, не понял, это он вставлять патрон будет быстрее? Ну, хотя, да, там же нет никакой перезарядки, только вот перезарядка по одному патрону. Ну, в принципе, тоже мод имеет место быть, но мы сегодня хотим прям собрать что-то максимально самое лучшее, что может быть. Блин, 7000 модов, дорогие друзья. Ой, 7000 деталей мы потратили сегодня. Могли, конечно, остановиться на 3000 и дальше не пытаться выбить мод на темп стрельбы. Но на мужика, в принципе, попробовали. Как говорится, не получилось. Не фартануло, не получилось. Но, может быть, в принципе, и этого хватит. То есть, может быть, сейчас из-за такого урона пух у меня будет в ваншоте в 10 раз быстрее. Поэтому, может быть, я наоборот сделал что-то крутое. Но если потом, конечно, выяснится, что нет, что этот урон, он вообще ничего не дается. Надо было выбивать на темп стрельбы тогда. Чего уж поделать, будем выбивать дальше его. В итоге вот такая вот у нас сборка получилась. Очень имбовая. Скорость прицеления. Скорость прицеления стала быстрее. Ощутимо быстрее. Это, конечно, не золотой X. Это даже, наверное, ничей так спешл. Но это сейчас что-то интереснее. Кстати, точность прицеления, блин. Я не знаю, что это, конечно, точно значит, но, может быть, мне кажется, как будто прицел стало меньше качать. Ну, возможно, это просто кажется. Ну-ка, с глушителем последнюю мишеньку у нас не ваншотило без модов. И сейчас, как вы понимаете, да, я поставил мод. Он все равно, даже эту, смотрите, мишеньку не ваншотит. Я поставил мод, но плюс, зачем урон я поставился, он все равно не ваншотит. Он, подожди, он даже ближнюю? А, он даже ближнюю мишень. Блин, я думал, с этим модом хотя бы с глушителем будет, ну, хотя бы хоть что-то ваншотить. Ну... понятно. Ладно, надеюсь, хотя бы в каких-то микро моментах этот мод будет меня спасать. На! Че, точность от бедра я там уменьшил? Понятно, спасибо. Поэтому хрен его знает, конечно, хочется постараться потом все же выбить этот офигенный мод на темп стрельбы. Блин, на месте это все тысяч, блин, ну, я не знаю. Конечно, надо на подрыве. Блин, ну, прицеливаться быстрее стало, прям, я не знаю, честно, что дает конкретно точность, просто нету... вот прям понятного вот такого понятия нереального, что вот тебе точность 100% даст, и
когда ты ее прокачаешь. Но кажется, как будто прицел, блин, меньше стал качаться. Но это вообще другая характеристика, как я понимаю. Ну, как будто... Да, я застрял. Да, что? Странно, на мясорубке играют снайперы, а не медики. Вау, это что-то новенькое. Тихо, тихо, тихо. У меня есть фазум дикий. У меня есть дикий фазум, детка, не пытайся. Снайпер не имба. Особенно, если на него вкачать золотые моды. Блин, круче с него прицель. Но эта снайперка, она сама по себе приятная. Поэтому я даже не знаю. Ну, как будто попадать легче стало. Может быть, кажется, это моя первая игра, только проснулся. Хрен узнает. Нет, чувак, ты не успеешь прицелиться, понимаешь? Ты же золотые моды себе еще не установил. Блин, чуваки, наверное, смотрят. Ну-ка, во. Новая снаряга. Я новую снарягу сваншотил? Блин, ну, наверное, мы хп сняли, все же мясорубка. Ну, блин, честно, я думал, что с глушаком он начнет ваншотить. Из-за того, что тут плюс урон, но это нужны множители. Это немного не то, что мы в Warface привыкли видеть. То, что вот, у пушки урон апнутый, значит, все, она теперь будет ваншотить. Нет, сука. Нужны сраные множители, благодаря которым ты что-то будешь ваншотить. Вот, блин, чел в новой снаряге бегает, блин, вот не обычно... О, подожди, он сейчас сам стоит. А, блин, сука, в голову попал, я думал, я его сваншотил в новую снарягу. Чик. Чик. Блин, фликать очень классные пухи. Еще бы челы так в бок не уходили со скоростью света. Мясорубка была бы точно моей. Оу-оу-оу. Вот сейчас зум был похож на как будто какой-то чей-так спешл. Блин, надеюсь, вы понимаете, что на снопе на пригороде играть довольно очень неудобно. Поэтому вы, надеюсь, не ожидали, что это даже, в принципе, если бы моды какие угодно установил бы, начал бы жить. Вон, вот так как чел, надо вот так вот просто играть на пригороде. Вот тогда ты будешь играть на хорошую стату. Вот так вот. Опа. Сука! Так вот садишься, ну только зачем мне с таким геймплеем, в принципе, нужны были какие-то моды? Вообще непонятно. Блин, мне точно нужно было моды какие-то устанавливать. Я не знаю, может быть баг какой-то, у меня просто был мод установлен, какой-то синий что ли, плюс-минус, на темп стрельбы. Но там не показывало то, что темп стрельбы стал больше. Я вот сейчас реально с ней играю, что вы понимаете, я почти уже 2500 фрагов с нее набил. Я вообще не замечаю, что темп стрельбы у нее стал как-то больше, честно. Может быть, опять же, они этот мод добавили и как-то немного забыли его добавить. Просто вроде бы написано, что мод что-то повышает, но... Немного забыли добавить это в характеристики, потому что я, честно, ничего не замечаю. Либо это реально вот типа одна, две, два деления, это вот так вот сильно и стабильно. Просто Альпину они тоже вот апнули, у нее тоже вроде 49 было темпа стрельбы. Они сделали на нее аж 54, то есть хорошо и темпа подняли, но я с ней играю, я вообще особо ничего не замечаю, честно. Вот новая снаряга, новая снаряга. Да опять в голову-то вы что, издеваетесь, что ли? Я себе точность качнул, не знаю, чтобы... Чтобы в голову новый снаряг... слушайте, а может быть реально? Опа, почему? Подожди, да дай убить новую снарягу! Стоит, вот, вот Авик офигенный. Ему моды вообще совершенно никакие не нужны. Он стоит себе, стоит! Ему что, нужны какие-то моды на темп стрельбы, на быстрое прицеливание? Нет, зачем? Он просто встал... Ой-ой-ой, куда... Покатился, блин, ну слушайте. Фазумить пуха точно прям лучше начала. Давай, новая снаряга нужна. Тихо. Да тихо, да подожди, чего вы, чуваки, в меня стреляете? Дайте. Да я хочу новую снарягу сваншотить, сука! Он где-то тут бегал. Блин, я не знаю, у него честно все хп, не все хп, блин, но я его ваншочу. Опа. Вот видите, моды, даже через стену начал убивать. Как на PS4, начало все само доводиться. Куда ножик достаешь? Я что, золотые моды вкачал, чтобы меня с ножа резали? Не охреневай так. Так, тихо, чел сейчас сюда будет бежать. Куда он подкат вообще делает? Кто тебя убил? Эй! Очень нравится. Зум очень, очень хороший зум. По первым впечатлениям, пуха стала реально лучше. Но это пригород. Именно прям охрененно какие-то изменения. Я стопудово увижу именно на подрыве. 7000 деталей. Плакать хочется. Спасибо, дорогие друзья, огромное всем за просмотр. Не забудьте такие видосы вот просто по максимуму поддерживать лайком. Чем будет их больше, тем быстрее выйдет новый видос, где я опять солю кучу бабок, накоплю кучу новых шестеренок и буду качать новую пуху. Именно максимально, чтобы выжить из нее все. Благодарю вас всех за просмотр. Все ссылки вы найдете, как всегда, в описании к ролику. Мы с вами увидимся. Всем удачи.